Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Деньги для белого скандального одесского прокурора взяли на взятки. Золото подземелья. Куда исчезли 90 тысяч долларов, на которых погорел Николаевский экс-вице-губернатор Романчук? Чья свита? В Полтавской области полицейский кортеж спровоцировал кровавую аварию. Тюремный капкан. В чем обвиняют консула Украины в Израиле? Тяжелая жизнь одесских прокуроров. Сегодня там уже традиционно на взятки задержали сотрудника прокуратуры Валерия Белого. Интересно, что это не первый его прокол. Не так давно свое внимание на него обратил глава ГПУ Юрий Луценко, который интересовался, сколько времени его одесскому коллеге пришлось сидеть на сухарях, чтобы с таким шиком ездить на работу. Что грозит задержанному и не придется ли ему снова сушить сухари, но только уже по совсем другой причине, выяснял Андрей Анастасов. Валерий Белый, зам руководителя прокуратуры в Суворовском районе Одессы. Вчера его поймали на взятке. Коллеги-следователи и сотрудники СБУ. На стол руки положил. И не дергайтесь, не понял? Девушка, руки на стол положите. По данным следствия, от частного предпринимателя Белый требовал сдать в аренду коммерческие помещения площадью 200 квадратных метров близкому родственнику, причем на невыгодных для бизнесмена условиях по заниженной стоимости. В обмен обещал преференции. Прокурор обіцяв не створювати перешкод господарської діяльності підприємства, а також запропонував дах від контролюючих та правоохоронних органів. Сумма такой скидки должна была составить около 50 тысяч гривен. В прокуратуре говорят, взятка задокументирована. На данный момент указанный прокурор затриманный, с ним тривают следствие дії, вирішується питання про его звільнення. Примечательно, что два месяца назад именно этот прокурор оказался в центре внимания. Во время визита в Одессу глава ГПУ неожиданно нагрянул с ревизией в Суворовскую прокуратуру. Рядом была припаркована дорогая иномарка. Юрий Луценко обратил на нее внимание. Оказалось, на Тойоте Авалон ездил Валерий Белый. Генпрокурор возмутился. Ее на зарплату прокурора, к сожалению, купить невозможно. 50 тысяч баксов прокуратура не зарабатывает. Стоит меньше. Сколько? 1030. Жили на сухарях и купили машину. Родители помогли. Тогда Юрий Луценко предлагал Белому сразу написать рапорт об увольнении. Но он этого не сделал, а попытался уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком, однако не ушел. Сегодня генпрокурор отреагировал на задержание. На своей странице в Фейсбуке он написал, что Белый не бросил плохие привычки, намекая на постоянные взятки. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Сам же генпрокурор сегодня отчитывался на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности. Главная тема – Иловайская трагедия. Полностью раскрыть причину, по которой в котле погибли сотни украинских бойцов, Юрий Луценко не смог, сославшись на тайну следствия. Но ответы на некоторые вопросы все же прозвучали. Подробнее узнаем от Ольги Рыцарь. Информация под грифом «Секретно» даже для депутатов. 800 томов дела, 1800 экспертиз. Дело Иловайской трагедии все еще на этапе досудебного расследования. Но все же Юрий Луценко приоткрыл занавес и озвучил 5 факторов, из-за которых и произошла трагедия. Генпрокурор заходит издалека. Во-первых, говорит Луценко, это государственное предательство экс-президента Януковича и его министров. Во-вторых, длительное хищение имущества вооруженных сил Украины. За 10 лет, начиная с 2004-го, руководство вооруженных сил продала военного имущества почти на 2 миллиарда гривен, утверждает Луценко. 832 танки, 232 вертолеты, 202 летака и беспилотника, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28555 ракетно-артиллерийского оружия. 1 824 000 стрелецкой зброи, боеприпасов на 560 миллионов. Еще два фактора Иловайского котла, по мнению следствия, дезертирство и невыполнение приказов. Наряду с этим ошибки руководства АТО. Луценко утверждает, это не его личное мнение, ссылается на экспертизы. Мол, еще до начала операции не были учтены данные разведки о том, что в Иловайске сосредоточились 1200 боевиков с техникой. Військовое керівництво при різкій зміні обстановці, а саме в початку вторгнення, керівництво не
немає матеріальних слідів того, що воно змінило свій замисел або віддало накази по відступу. Последний главный фактор, по словам генпрокурора, вторжение Российской Федерации. Луценко говорит, 18 чиновников из руководства России уже уведомлены о подозрении в совершенно особо тяжких преступлений против национальной безопасности Украины. Здесь их будут судить заочно. Первое решение украинских судов для этого мы уже отримали. И сподіваюся, протягом найближчих тижнів отримати їх по всім 18 підозрюваним. Всі підозрювані оголошені в державний розшук. Ми також співпрацюємо з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду у питанні відповідальності керівництва Російської Федерації представників їх збройних сил. У депутата вопросов много. Кто отдавал приказы, кто не отдавал жизненно важные приказы. А еще кто именно вел переговоры с Россией о зеленом коридоре. Дійсно, контакти між українською та російською стороною відбувалися. Їх мав особисто керівник, начальник генерального штабу Муженко в присутності свідків, а також заступник генерального штабу Російської Федерації генерал-полковник Богдановський. Хочу при цьому звернути увагу на те, що це не є якимось виключною ситуацією. Така можливість діалогу передбачена Женевськими угодами. Луценко говорит, несмотря на то, что Россия давала гарантии выхода, украинских военных расстреливали в упор. И на этом, считает генпрокурор, будет основываться решение Международного суда. По данному делу прокуратура допрашивает всех министров обороны Украины, а также бывших руководителей генштаба. И уже в конце отчета Юрий Луценко заявил, к концу года в суд будет направлено уголовное дело о госизмене представителей режима Януковича. Ольга Рыцарь, Сергей Еременко. Подробности. Телеканал Интер. Деньги подземелья. Сегодня суд начал рассмотрение, по сути, дела николаевского экс-вице-губернатора Николая Романчука, того самого, под домом которого были найдены тоннели с сокровищами. Защита чиновника заявила, что в деле отсутствует главный вещдок, те самые 90 тысяч долларов взятки. Якобы деньги потеряла прокуратура. Впрочем, там пропажу официально пока не комментируют. Напомню, Романчуку инкриминируют вымогательство и получение взятки. Взамен он обещал предпринимателям поспособствовать выдаче разрешения на разработку известнякового карьера. После того, как был зачитан обвинительный акт, Романчук отказался признавать себя виновным и вообще заявил, что не понимает формулировку «личное обогащение». Романчук Микола Павлович тлумачить до того, що він як службова особа, яка займає відповідальне становище, перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації, діючого мусно з користою мети, з метою особисто збачення, висловив громаді на тому прохання надати непрямну вигоду в розмірі 100 тисяч доларів США. Зараз ми вирішуємо з вами. Тож ми щодо того, що написано. Ви розумієте факт того, що... Не розумію. Не розумію. Ви зараз вказували про те, що ви у лікаря-психіатра на обліку не перебуваєте. Ні. Але письмові слова не розумієте. З вищою освітою. Більше того, кандидат наук, письмовий текст не розумієте. Героя Украины Николая Романчука задержали 3 июня прямо на парковке возле Николаевской облгосадминистрации. В автомобиле, в котором приехал Романчук и его охранник, на заднем сиденье в спортивной сумке нашли пакет, где было почти 100 тысяч долларов. При обыске под домом Романчука сотрудники прокуратуры обнаружили подземные галереи, где хранилась валюта, ювелирные украшения и антиквариат. Сотрудники райотдела полиции в Кривом Озере продолжат службу. Еще неделю назад глава нацполиции Хатя Деканаидзе после убийства полицейскими Александра Цукермана заявляла, что все старые работники райотдела будут уволены. И сегодня в Николаевском главке уже отрапортовали. Только 6 человек подлежат сокращению, остальные будут работать. Почему распоряжение Деканаидзе на местном уровне так легко проигнорировали? Выяснял Кирилл Ющишин. 25 августа, на следующий день после убийства Александра Цукермана и штурма местными жителями райотдела полиции в Кривом Озере, Хатия Деканаидзе лично приехала в поселок. Сходу заявила, таких нерадивых полицейских нужно наказать. Всех сотрудников райотдела уволить. Будет назначен новый руководитель, и потом он сформирует новую команду. А все те, которые работали здесь до сих пор, они больше не будут работать с национальной полицией Украины. Но вот на деле оказалось не все так просто. Уволить сотрудников просто так нельзя, говорят в местном главке полиции. Поэтому местным кадровикам пришлось разбираться,
как выполнить команду Деканаидзе. С каждым полицейским провели отдельное собеседование. И вот результат. Зараз вже відібрано з тих людей, які там працювали, 20 осіб, які можуть продовжити службу, інші будуть звільнені. Там вже є, наскільки я знаю, 6 таких працівників. Залишити Криве озеро без поліції теж неможливо. Получается, уволили лишь тех, кто выезжал на задержание Александра Цукермана. Всех остальных оставили на своих местах. Хотя местные жители утверждали, в Кривоозерском райотделе круговая порука. И непричастных к коррупции и пыткам там нет. С сегодняшнего дня в Николаеве начали набирать новых следователей и участковых из числа гражданских. После переаттестации в области их катастрофически не хватает. Уволено почти 30% сотрудников. А объявить конкурс не могли из-за проволочек в министерстве. Только вчера министр внутренних дел назначил своего представителя в конкурсную комиссию. Весь процесс відбору займе від 2 до 6 місяців, в залежності від кількості конкурсантів. Усі кандидати, які успішно пройдуть конкурсний відбір, будуть направлені на курси первинної підготовки тривалістю до 5 місяців. То есть новые следователи и участковые взамен уволенных в начале лета выйдут на работу примерно через год. Ну а как воспримут жители Кривого озера тот факт, что штат райотдела практически не изменился, пока можно только догадываться. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Три фуры попали в ДТП на Киевской трассе. Погибли трое мужчин, одному из них не было и 25 лет. В полиции уже назвали причины и назначили виновного, погибшего водителя. Но очевидцы ДТП утверждают, что масштабную аварию спровоцировал кортеж, которому полицейские машины расчищали трассу, оттесняя фуры на обочину. Подробности выясняла Светлана Шакера. Киевскую трассу в районе села Подол ремонтируют уже третий год. Проезжую часть сузили до двух полос. Здесь, на узком участке трассы, и произошла трагедия. Две фуры ехали в попутном направлении. Первая затормозила, вторая не успела снизить скорость, оказалась на встречной полосе и лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Жители Подола пытались оказать первую помощь пострадавшим. Искореженные фуры растаскивали трактором. Да, вытянули. Да, тут хлопцы были, его соседи. Там. Ну, вытянули, мы живы были. Один тут мертвый уже был, ясно, а двое живых. Ну, помер один тут. Прямо на трассе в скорой. Я одного забрал, ну Кай тоже помер. И они в шоковом состоянии были. Побиті вони, стогнали, кричали. Погибшие водители двух фур и пассажир. В полиции уже назвали и причину столкновения, и виновного. Это один из погибших, 25-летний водитель фуры, который не успел затормозить. Причиной данной аварии могло стать недостатний опыт водителя, який не виправ безпечну дистанцию, не дотримався безпечной дистанции и допустил зіткнення с задней частиною автомобиля. Но очевидцы трагедии, жители села Подол, рассказывают, на самом деле аварию спровоцировали. По центру трассы двигался кортеж. Полицейские с мигалками освобождали дорогу двум микроавтобусам. Сидели на кухне и что-то такое, понимаете, сигналы. Ну, знаете, вот так кортежи сопровождаются это. Не просто проехали, а пролетели, понимаете? Только они пролетели, они буквально притормозили вот там. И тут такие прям столкновения, бах, мы выскочили, когда две машины, две фуры, видно, дорогу им давали, а дорога же, вы видите. Мы все считаем, все село считает, что вот из-за этого кортеж. Полицейские автомобили промчались по направлению в Киев. Последняя машина из кортежа потом вернулась, видимо, чтобы оценить последствия ДТП. Кто бы там ни ехал, какой бы там царь ни ехал, ну, видят вот такие фуры, машина. Оно считает, что одностороннее движение открыто, это-то же закрыто. И как этим двум фурам освободить царям дорогу? Да тем более, это ж не просто, что фура разгоняется отсюда, чтобы ей на гору въехать. Вторая фура спускается с горы. В полиции признали, кортеж действительно проезжал, но отрицают, что он создавал помехи на трассе. Даний кортеж, як підтверджують і водії, учасники, той, який залишився живий, і інші очевидці, ніяких перешкод не створював. Кортеж рухався по своїй смузі руху. ДТП сталося тільки внаслідок порушення дій водієм, 25-річним водієм автомобіля ДАФ. Кого ж запроваждав поліцейський ескорт? В поліції так і не признались. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробності, телеканал Інтер, Полтавська область.
Украина станет энергонезависимой уже через 3-4 года. Такое обещание дал сегодня премьер после встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем. До конца сентября, заверил Владимир Гройсман, Кабмин презентует энергетическую стратегию страны. А до конца года планирует подписать съезд меморандум о взаимодействии в этой сфере. В свою очередь Шефчович поприветствовал переход Украины на оплату газа по рыночным ценам и заверил, что ЕС готов помочь Киеву деньгами, если украинский парламент примет необходимые законы. Сегодня утром я встречался со спикером и нардепами. Был рад услышать, что парламент готов к принятию законов о независимом регуляторе в энергетической сфере, о рынке электроэнергии и пакет документов для создания фонда энергоэффективности. Эти реформы позволят Еврокомиссии в рамках макрофинансовой помощи передать Украине следующий транш – 600 миллионов евро. Наші кроки, можливо, вони дещо і болісні на перший погляд, але з іншого боку вони є вірним. За 3-4 роки ми можемо бути достатньо енергонезалежними. Ми захистимо абсолютно всіх тих, хто потребує захисту від встановлення ринкових цін, зокрема і на газ. Также премьер сообщил, что Украина готова в третий раз подписать зимний пакет на поставки газа в формате Украина-Россия-ЕС и покупать его за деньги Всемирного банка. Речь идет о полумиллиарде долларов. По словам Гройсмана, Еврокомиссия и Нафтогаз сейчас работают над тем, чтобы до конца сентября пройти все юридические процедуры и получить кредит на покупку газа. Его стратегические запасы правительство в этом году решило увеличить до 17 миллиардов кубов, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Провел Гройсман сегодня совещание и с топ-менеджерами предприятий горно-металлургического комплекса. Премьер выслушал проблемы, которые мешают развитию этой отрасли. В итоге поручил Минэкономике и Минфину в течение месяца разработать пакет стимулов для этого комплекса. Альтернативная повестка дня для Верховной Рады. Общественные организации по инициативе Института социальной защиты граждан проанализировали планы парламента на ближайшие сессионные недели. Среди более чем 100 законопроектов не нашли там ни одного социально-экономического. Поэтому сами ученые и активисты совместно с нардепами подготовили несколько десятков законов, которые помогут стабилизировать ситуацию, остановят рост коммунальных тарифов и позволят повысить социальные стандарты. На встречу с авторами инициативы на Социальный совет Украины были приглашены лидеры всех парламентских фракций, но пришли только нардепы от оппозиционного блока. В итоге приняли решение обратиться к спикеру и кабинету министров с просьбой реализовать их предложения. Мы для себя, я имею в виду нашу фракцию, на предстоящий политический сезон определили несколько приоритетных направлений работы. Первое, это, безусловно, приоритетность примирения на Востоке и корректировка Минских соглашений с учетом сегодняшнего реалии для того, чтобы окончательно завершить военный конфликт и выйти на возврат территории. Социальная защита и те полусорок законов, которые наша фракция только и Наталья Юрьевна и коллеги подали. Третий приоритет, безусловно, тарифная политика, которая поставила на дыбу всю страну. Минфин хочет отменить бесплатное обучение студентов в магистратуре. Таковы рекомендации ведомства, адресованные Министерству образования. Мол, те, кто планирует получить магистра, должны сами платить за свое обучение. Таким образом, хотят сэкономить на студентах около 160 миллионов гривен. Поддерживают ли такую инициативу в Министерстве образования, пока непонятно. Мы ждем ответа на наш запрос. Тем временем эксперты говорят, что существует риск того, что талантливые молодые люди, у которых нет денег на обучение, останутся за бортом. Да и сама отмена бюджетных мест в магистратуре незаконно. Це перечить нормам законів про вищу освіту, тому що він гарантує, що державне замовлення на магістратуру має бути не менше, ніж половина від випуску бакалаврів, які вчилися за державним замовленням. Я не думаю, що сьогодні Верховна Рада і особливо Комітет з освіти і науки готові підтримати таку пропозицію.
Я напомню, в Минфине также предлагают сократить количество студентов, получающих стипендию, оставить ее только малообеспеченным, детям-сиротам, инвалидам и лишенным родительской опеки. Как только стало известно об этой инициативе, в Министерстве образования заявили, что с таким предложением коллег из финансового ведомства они не согласны, и точка в этой истории пока не поставлена. Странная криминальная история с участием украинского дипломата в Израиле. Консул Украины якобы пытался пронести в тюрьму наркотики. Сам дипломат утверждает, что стал жертвой преступников, которые его использовали. Как это комментируют в медиа? С подробностями Сергей Услендер. Консул Украины Анатолий Писаревский посещал заключенного с украинским гражданством в тюрьме Риманим неподалеку от Хайфы, где должен был передать ему спортивный костюм. Во время обыска сотрудники тюрьмы обнаружили в этом костюме 200-граммовый пакет с белым порошком. Консула сразу арестовали, но чуть позже освободили из-за дипломатической неприкосновенности. Дальше в этой истории начинаются сплошные неувязки и странности. Для начала так и непонятно, что это за белый порошок. Нет данных экспертизы, и появятся они только в воскресенье. Опять же, предполагают, что украинский дипломат решил поработать наркокурьером и доставить в тюрьму наркотики в особо крупном размере, тоже, наверное, чересчур. Консул утверждает, что одежду попросил принести сам заключенный, с которым он до этого встречался несколько раз. Консул согласился, дал ему свой номер телефона. Ему действительно позвонил некий незнакомый человек, перед самым посещением тюрьмы подъехал и вручил пакет с одеждой. Консул взял его без опаски, поскольку прекрасно понимал, что все передачи в тюрьме тщательно проверяются, соответственно, ничего незаконного там быть просто не может. Что интересно во всей этой ситуации, что консула ждали сразу 5 полицейских, чего раньше никогда не было. Вероятно, полицейские прослушивали разговоры заключенного и знали заранее, что будет передача ему наркотиков. Тут можно даже направить некие претензии израильской полиции, почему они не предупредили украинского дипломата, а фактически использовали его вслепую. И в результате этого и получился этот инцидент. Главная странность заключается в том, что оперативники службы тюрем знали о попытке передачи наркотиков якобы из прослушки, но при этом не задержали курьера, а позволили дипломату войти в тюрьму. Определенные вопросы вызывает и личность заключенного. Известно, что у него есть гражданство Израиля и Украины, что находится он в тюрьме уже в 6-й раз и сейчас отбывает срок за кражу со взломом. Вот что говорят об этой истории в украинском МИДе. Ми підтверджуємо, що 1 вересня нашого консула в Ізраїлі затримали на вході до одного з пенітенціарних закладів біля міста Нетанія. Йшлося про регулярне відвідування ним одного з ув'язнених і передача йому особистих речей від його близьких та рідних. Але, як виявилося, в речах була знайдена прихована невизначена речовина. МЗС наразі з'ясовує всі обставини, проводить розслідування. Ми також тісно співпрацюємо з ізраїльською стороною, щоб встановити істину і зняти будь-які підозри з нашого співробітника. Сейчас идет расследование этого инцидента. Известно, что Писаревский довольно часто посещает израильские тюрьмы, в том числе и потому, что занимается делами украинских нелегалов. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Новостная сага о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, похоже, продолжается. Сегодня информагентство похоронили, а затем воскресили главу государства. Сначала о смерти Каримова со ссылкой на дип-источники сообщило агентство Рейтер. Позднее об этом же сообщил Интерфакс. Но через несколько часов новость удалили и извинились перед читателями. Все подробности выяснял Дмитрий Евчин. Несколько часов назад пресс-служба Кабмина Узбекистана заявила, не распространяли новость о смерти Ислама Каримова. Пока что власти страны признали одно – состояние президента критическое. В прямом эфире гостелевидения сообщили, что глава государства перенес инсульт и госпитализирован. Это первая новость о какой-либо болезни Каримова за 25 лет. Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение. Из эфиров каналов страны убрали развлекательные программы, рассказывали о достижениях Узбекистана за время правления Каримова. Агентство Фергана заявило, в родном городе лидера Самарканде уже готовятся к похоронам. На этих кадрах в город якобы прибывает кортеж с телом президента. В том, что видео достоверное, уверены в Ассоциации прав человека в Центральной Азии. Насколько мы знаем, панихида планируется на завтра и пройдет она в Самарканде.
Вот. И сегодня мы получили вот буквально сейчас сообщение о том, что дочери и супруга попрощались с Исламом Каримовым в своей резиденции. В Самарканде будут проходить мероприятия, последние мероприятия по случаю прощания с Исламом Каримовым. Неожиданно еще до официального сообщения из Ташкента соболезнования Узбекистану выразила Турция. Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики, выражая народу Узбекистана, глубокие соболезнования. Первым еще 5 дней назад о смерти Каримова сообщило агентство «Фергана». Далее новость распространили радио «Свобода» и «Российский дождь». То, что Каримов в реанимации с кровоизлиянием в мозг, подтвердила его дочь Лола. Ислам Абдуганиевич пришел к власти еще в 1989-м. Сначала был первым секретарем ЦК Компартии Республики, а потом стал президентом независимого Узбекистана. Каримова беспощадно критикует ООН за систематическое применение пыток в судебной системе и принудительное психиатрическое лечение. В 2005-м за расстрел демонстрантов в Андижане. В общей сложности Узбекистаном Каримов правит или же правил 27 лет. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал «Интер». И новость последних минут. Как сообщает Интерфакс РИА Новости, ссылаясь на официальные сообщения правительства и парламента Узбекистана, Ислам Каримов скончался сегодня. Похороны его состоятся уже завтра в Самарканде. Проверить эту информацию на сайте правительства Узбекистана не удается нам сейчас, поскольку ресурс не работает. И только что стало известно о том, что дочь Каримова Лола подтвердила информацию о смерти своего отца в Инстаграм. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Министерская крыша. Кто пытался скрыть результаты расследования против заместителя главы МВД? Танцы с хиджабом. Как новые правила ношения мусульманской женской одежды раскачивают Европу? Нардеп Сергей Каплин требует от ГПУ немедленно раскрыть детали расследования против бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Речь идет о результатах расследования, якобы подтверждающего махинации бывшего зама главы МВД Арсена Авакова на сумму в 20 миллионов гривен. Все подробности в сюжете. Скандал вокруг дела бывшего зама Авакова Сергея Чеботаря, сбежавшего из Украины в прошлом году, обрастает новыми подробностями. Народный депутат Сергей Каплин обвиняет ГПУ в том, что там якобы сокрыли факты еще одного расследования против высокопоставленного чиновника. Сегодня нардеп опубликовал эти материалы на своей странице в Фейсбуке. Це документ на 20 сторінках, в якому вказані факти про незаконне збагачення пана Чеботаря на суму біля 20 мільйонів гривень. А саме операції з піском, про які відомо вам як журналістам і всій громадськості. Це означає, що у Генеральній прокуратурі України відбулося розслідування, доведені відповідні факти і підготовлено повідомлення про підозру одному з шайки Авакова-Яценюка, пану Чеботарю. Речь идет о завладении подконтрольным МВД предприятием «Спецсервис» речным песком стоимостью почти 20 миллионов и впоследствии его продажа неким подставным фирмам. Исходя из опубликованных нардепом деталей расследования, в схеме были задействованы десятки людей. По сути, как это доводят слідчі Генеральной прокуратуры, Аваковым и Чеботарем было створено неймовірне за масштабами протизаконної діяльності і кількості учасників злочинне угрупування, яке протягом кількох останніх років фактично знищувало нашу державу, розграбовувало український бюджет. Напомню, бывший зам Авакова уже не раз становился участником громких скандалов. В прошлом году его зять напал на журналистов телеканала «ЗДИК», снимавших шикарный особняк семьи Чеботаря под Киевом. А ранее его обвинили в организации аферы с покупкой рюкзаков для МВД на 16 миллионов гривен через фирму сына Арсена Авакова. Это стало известно после появления видеозаписи из кабинета Чеботаря, где они вместе с Александром Аваковым обговаривали условия сделки. Позже эта информация подтвердилась и на сайте Вестника госзакупок. По мнению политологов, все эти факты – прямая дорога для открытия уголовных дел. Обнародованные материалы, которые фактически являются материалами уголовного дела, достаточно серьезные. Дело и Чеботаря, который является одним из ближайших сподвижников Авакова, очень много знает о реальной деятельности Авакова, тоже вот на этой волне тоже выплыло, и ему может быть дан ход.
Аваков – это одна из несущих конструкций вот этого нынешнего картеля власти. И ну, при всех противоречиях, при том, что, ну, скажем так, отношения складываются непростые, они друг в друге заинтересованы. Но до поры до времени, как знать, если, скажем так, ситуация пойдет на обострение, тогда вот эти дела могут получить ход. Сам Чеботарь после своего увольнения еще весной прошлого года сбежал из Украины. По данным журналистов, он находился в Вене, где владеет солидным имуществом. Теперь депутаты требуют от Генпрокуратуры немедленно отреагировать на новые скандальные факты и, если они подтвердятся, передать дело в суд. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер. Виновен в Кропивницком. Суд признал вину судьи Алексея Галагана по двум админпротоколам. Вождение в нетрезвом состоянии и злостное неповиновение полиции. Отклонили судьи только один протокол об отказе в остановке по требованию. Теперь судья должен оплатить штраф, но еще по старым расценкам. Сколько он заплатит и как на это реагируют активисты, с подробностями Елена Брынза. Пьяного судью на внедорожнике патрульные остановили в конце июля этого года. Тот хотел сбежать, но его догнали. Пытаясь скрыться, Алексей Галаган даже не обратил внимания на патрульного, который держался за ручку двери машины. Свою вину подсудимый полностью отрицает. Вину не признаю, обставины не признаю. В наручниках судью доставили в наркодиспансер. Экспертиза показала превышение алкоголя в крови судьи в 7 раз. То, что Галаган был пьян, подтвердили и свидетели. Запах алкоголя золота. Вы присели в машину, я подошел до вас и спросил, говорю, типа, может вы продуете, то зайдете обратно домой, что у вас будет этот? Вы сказали, Суд по этому делу заседал 4 раза. Сегодня, наконец-то, выносят решение оштрафовать за вождение в нетрезвом виде и злостное неповиновение полиции. Суд враховує, що він перше притягується до адміністративної відповідальності, а тому на нього слід накласти стягнення у виді штрафу у розмірі 200 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 гривнів. Активисты, которые присутствовали в зале, решение приветствуют аплодисментами. Сам Алексей Галаган на оглашение приговора не явился, а его адвокаты уже готовят апелляцию. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Одесская прокуратура подозревает в служебной халатности двоих сотрудников местной таможни. По данным следствия, еще в начале года таможенники, работая с электронными декларациями одного из предприятий, не проверили эти документы должным образом, и в результате в свободный коммерческий оборот попал груз табачной продукции, а бизнесмены не заплатили обязательный в таких случаях акциз. Це привело до неправомірного застосування преференції до товариства зі сплати акцизного збору. Таким чином вказане товариство не перерахувало до бюджету більше ніж 30 мільйонів гривень. Хрупкое затишье установилось в одной из самых горячих точек в зоне АТО. По Широкину уже двое суток не бьет вражеская артиллерия. Но до полной тишины там далеко. Все подробности узнаем от Александра Пантелеймонова. Вошел осколок, пробил брезентовое покрытие двери. Да. Вырвал патрубок, осколок задел и ушел туда под сиденье. Хорошо, не было никого. Украинские военные показывают многочисленные воронки, повреждения зданий и техники. Поселок буквально иссечен осколками от вражеских снарядов. Распознать, где новые дыры, а где старые, очень непросто. Последний артобстрел здесь был двое суток назад. Вот это вот. Видим разрывы, кучность. Это работал 122 миллиметра. Это отрабатывали 30 числа. После обеда. Они думают, что здесь минометный расчет стоит, но у нас их таковых его нету. Жаль. Абсолютного затишья в Широкино нет и сейчас. Активно охотятся вражеские снайперы. Пулеметчики боевиков простреливают открытые участки. Вчера было, позавчера. Это они работают, делают прострелы. Прострел там трассы Новоазовской. Работают по деревне. Находиться в полуразрушенном поселке по-прежнему небезопасно. Наша разведка сообщает, артиллерия неприятеля остается на тех же позициях, прямо у линии фронта. Но в ближайшие дни противник, скорее всего, сконцентрируется на разведке и провокациях. Всячески пытаются спровоцировать наших военнослужащих на открытие огня.
Мы соблюдаем перемирие. Ответный огонь за прошедшие сутки не открывался. Эта схема повторяется во время каждого очередного перемирия, говорят наши военные. Поначалу боевики пытаются спровоцировать украинских бойцов на открытие огня. Потом, когда видят, что ничего не вышло, сами начинают бить из минометов и артиллерии. Поэтому пока надежда на стабильное перемирие очень слаба. Часы затишья наши военные пытаются использовать для отдыха и боевой подготовки. Александр Пантелеймонов, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер. Куда исчезли деньги на восстановление Луганской области? По итогам аудита счетной палаты, обладминистрация не использовала более 117 миллионов гривен, выделенных из госбюджета в прошлом году на строительство, реконструкцию и капремонт объектов инфраструктуры. Уже открыто уголовное производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах. Досудебное расследование проводит прокуратура Луганской области. Подробности и имена возможных подозреваемых пока не называют. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Конкретно прозвище субъектов я, на жаль, наразі назвати не можу. На даний час підозра не висувалась. Досудове слідство триває, призначені проводяться будівельні судові експертизи, економічні експертизи. При повідомленні про підозру в засобах масової інформації більш детальніше ми зможемо надати інформацію. И уже в это воскресенье в китайском Ханчжоу стартует саммит «Большой двадцатки». Сегодня украинские нардепы обратились к лидерам стран, участниц этого саммита, призывают уделить внимание ситуации с политзаключенными в России. В официальном обращении Верховной Рады, среди прочих, упоминаются фамилии Кольченко, Сенцова и Карпюка. В письме отмечается систематическое нарушение прав человека в Российской Федерации. Кроме этого, речь идет об украинцах и крымских татарах, задержанных в оккупированном Крыму, а также пытках, применяемых к ним. Нардепы призывают лидеров G20 осудить действия России. Обращение подписал спикер парламента Андрей Парубей. И уже сегодня в Китай вылетает Барак Обама, чтобы провести первые переговоры еще до начала саммита. Накануне его отъезда Вашингтон объявил о новых санкциях против России. Случайно ли и о чем будет говорить президент США в Ханчжоу? Об экономике или все же о политике? А Дмитрий Анопченко выяснял все это в Вашингтоне. Борт номер один Air Force One готовится к вылету. Пункт назначения Ханчжоу. Для Барака Обамы важно оказаться там еще до начала двадцатки, чтобы провести основные встречи не в спешке на ее полях, а заранее. Половина завтрашнего дня пройдет в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Общаться будут и в широком кругу, на уровне делегаций, и тет-а-тет, неформально, чтобы без лишних глаз обсудить самые болезненные вопросы в отношениях. Для Барака Обамы это седьмой за время президентства и последний в этом качестве визит в Азию. Поэтому ему настолько важно расставить все точки над «и». Договориться на будущее о совместных проектах и взаимоотношениях, договориться настолько серьезно, чтобы никакой Трамп не смог это разрушить, даже если будет избран. Сотрудники администрации Обамы, ответственные за этот визит, перед отлетом даже брифинг для журналистов провели. Рассказали, что отношения с Китаем для Вашингтона сейчас приоритет, что они на подъеме. Обама будет призывать Пекин больше инвестировать в Америке. Что уже во время двадцатки двумя главными темами для американского лидера будут вопросы миграции и глобальные проблемы экономики. Что интересно, во время этого брифинга детально говорили о программе визита, но вот личная встреча Обамы с Путиным не анонсировалась пока. Что о ней говорит только Кремль. А Вашингтон накануне этой поездки президента проанонсировал новые санкции. Американский Минфин ввел их в отношении 20 российских компаний, в основном задействованных в строительстве моста в Крым, и 17 российских граждан, среди которых крымские министры и донецкие боевики. В украинском посольстве в Вашингтоне говорят, и они сами, и страна приложили максимум усилий, чтобы именно сейчас был принят новый санкционный список. В любом случае, американская политика всегда символично, поэтому пресса сразу же увязала эти два события. Санкции и предстоящую встречу двадцатки. Мол, намек более чем прозрачный. А вот ограничится ли Барак Обама только намеками или под занавес своего президентства постарается и сможет найти решение многих важных проблем? Узнаем уже в это воскресенье, когда в Китае откроется саммит G20. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. На саммите «Большой двадцатки», конечно же, будут обсуждать и ситуацию на востоке Украины. С какими месседжами летят в Китай европейские лидеры? Татьяна Лагунова подробнее.
Последняя встреча накануне саммита. Перед вылетом в Китай европейские политики проводят переговоры и согласовывают позиции. Сегодня утром в Берлине Ангела Меркель принимала главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Встреча была закрытой для журналистов, но пресс-служба канцлера сообщила, обсуждали Брекзит и актуальные проблемы европейской политики. Ну а после обеда во французском Эвиане Меркель встречалась с президентом Франции Олландом. Накануне они опубликовали совместное заявление. В нем говорится, Германия и Франция поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, выступают за продолжение переговоров в нормандском формате и приветствуют соглашение трехсторонней контактной группы о прекращении огня. В Париже и Берлине в последние дни не скрывают, Европа опасается эскалации на Донбассе. Этим летом ситуация значительно ухудшилась. Риск эскалации очень высок. Весь август мы с канцлером Меркель контактировали с украинским президентом Порошенко, а также с президентом Путиным с целью возобновить диалог. Когда состоится встреча нормандской четверки на уровне лидеров, точно неизвестно. Возможно, договоренности будут достигнуты на полях саммита Большой двадцатки в Китае. Там Меркель и Олланд планируют поговорить с Путиным не в трехстороннем формате, а в рамках отдельных встреч. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Распри на культурной почве. Пока европейские политики ломают копья, стоит ли пускать дам в купальниках до пят на пляж, оказалось, что радикальный дресс-код буквально наводнил все публичные места. Что скрывают хиджабы, разбиралась София Гордиенко. Мусульманки так ходили не всегда. Когда в 60-х годах прошлого века первые трудовые мигранты привезли сюда свои семьи, то женщины ходили с непокрытой головой и на короткий рукав. Ну вот как я. Дресс-код резко изменился, когда за мигрантами с душ-спасительной миссии в Европу приехали имамы. Построили мечети и стали распекать мужей за неподобный вид их жен. Мол, не соответствует шариату. Власти долго думали, что делать с такой модой. Бельгия и Франция запретили паранджу. Платки бельгийцы разрешили носить везде, французы только вне учебных заведений. Я ношу паранджу с 16 лет. И с 2009 года, когда началась полемика, я в отчаянии. Просыпаюсь по ночам от кошмаров. Да, я никогда ее не сниму. Но открывать лицо пришлось всем. А сегодня, после джихадистских терактов, и на платки посматривают косо. На этом видео владелец ресторана отказывается обслуживать женщин в хиджабах. Так что нам, вставать и уходить? Мадам, у нас светская страна. В институте Брюсселя не допустили двух студенток к экзамену из-за покрытой головы. Что делать с этой модой, вообще не ясно. Но то, что для общества дилемма, для карикатуристов очень благодатная почва. Они целые серии выпускают. Вот полицейский удивленно спрашивает коллегу на пляже, что мы тут делаем, шеф? А здесь ученица в паранже говорит учительнице, спокойствие, только спокойствие, у меня всего лишь прыщи. Западное общество теперь пытается разобраться, что именно скрывается за вуалью. Искреннее желание ее носить или же это давление со стороны радикального окружения. И в этом последнем случае о свободе, как о таковой, вообще не может быть и речи. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер, Брюссель, Бельгия. Как молодой австрийке удалось выжить после падения со 100-метрового моста и как британский грабитель погорел на нижнем белье, об этом и не только в нашем обзоре. Берегись. Под таким названием со дня на день откроются в Амстердаме самые высокие качели в Европе. Гигантскую конструкцию установили на высоте 100 метров прямо на крыше башни Домторен. Место для аттракциона выбрали не случайно. 22-этажная башня построена под 45-градусным углом главной водной артерии Амстердама Ай. Конструкторы надеются, это сооружение может стать таким же популярным в Европе, как Эйфелева башня, Берлинская телевышка и Лондон Ай. Осторожно, взрывоопасный смартфон. Samsung приостановил продажи новой модели Galaxy Note 7, которая появилась на полках магазинов меньше месяца назад. Владельцы новинок пожаловались на то, что при зарядке смартфоны начинают загораться и взрываться. Все гаджеты, в том числе и проданные, отзовут в течение ближайших дней для дополнительного тестирования. Находка пригодилась. 10 лет назад один филиппинский рыбак нашел жемчужину, но оставил ее до худших времен, надеясь выручить за нее несколько сотен долларов. Недавно его дом сгорел, и рыбак решил продать жемчужину, чтобы на вырученные деньги хоть как-то отремонтировать жилище. Эксперты оценили драгоценность в 100 миллионов долларов. Она оказалась в 5 раз больше знаменитой жемчужины Аллаха, которую прежде считали самой большой в мире и оценивали в 35 миллионов долларов.
Родилась в рубашке. В Австрии девушке удалось выжить после падения с моста высотой более 100 метров. 19-летняя австрийка во время падения зацепилась за деревья, что и спасло ее от фатального удара. Приземлившись, девушка отделалась лишь несколькими ссадинами, добежала до ближайшего поселка и попросила местных жителей помочь добраться домой. Преступника выдали трусы. Британская полиция поймала грабителя благодаря лишь одной пикантной зацепке. Потерпевшей удалось разглядеть белье на мужчине, который скрылся с места преступления. На трусах были изображены хот-доги, бургеры, пончики и картошка фри. Именно эти детали пригодились полиции, когда по стечению обстоятельств преступника задержали за агрессивное вождение. Совпали не только приметы грабителя, но и трусы. Оказалось, он всегда надевал их на дело как самое удачное. На этот раз удача отвернулась. Вор просидит в тюрьме почти 3 года. Наш сайт подробности.ua. Информация о том обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи.